Ребята, всем привет! Решил поиграть, точнее пройти игру Sniper Elite V2 Remastered. Что-то захотелось крутую стрелялку, типа что-то наподобие Call of Duty, вот решил в нее поиграть. Я ее уже потестил. В принципе, все нормас. Вот мои параметры, сейчас вам покажу. Видюха. Все на ультрах, только сглаживание выключил, оно мешает. Вот так вот, посмотрим. Так, одиночная игра, новая игра, да. Пойду кадетам. Когда-то непобедимая военная машина Гитлера теперь отступала. Союзники на Западе и Россия на Востоке сжимали в стальные клещи потрепанные остатки армии Рейха. Последние надежды Германии возлагала на оружие возмездия. Ракета Фау-2. Такого оружия мир еще не видел. Это был огромный скачок в истории военной техники. Непилотируемые снаряды, летящие со сверхзвуковой скоростью, разили без предупреждения. В отчаянной попытке повернуть ход истории вспять, нацисты выпустили более 3000 ракет. Эти ужасные снаряды ударили по Антверпену, Парижу и Лондону. После высадки десанта союзников в Нормандии пусковые установки были захвачены, и Англия оказалась вне досягаемости. Однако союзники готовились к будущему, к следующей войне. В ходе сверхсекретной операции «Скрепка» американцы вывезли в США лучших ученых-ракетчиков Германии. Многие из создателей проекта Фау-2 уже были эвакуированы, но не все. Берлин, окруженный советскими войсками, сдавался квартал за кварталом, и до полного поражения оставалось лишь несколько дней, после чего ученые, не успевшие эвакуироваться, попадут в руки русских. Я должен был этому помешать. Генерал-майор Ганс фон Айзенберг тайно договаривался о безопасном коридоре для своей команды. Пятерых руководителей программы Фау-2. Он встретился со своим русским связным у Бранденбургских ворот. Это был мой единственный шанс уничтожить его, прежде чем он сможет заключить сделку. Я был готов, собран и уверен в себе. Я еще не подозревал, что это задание станет самым сложным из всех, за которые я брался. Так. Вот он я. С помощью бинокля убедитесь в том, что дорога впереди свободна. Дорога впереди свободна. Так, пойдем. Так, установите растяжку, которая позже пригодится вам при бегстве. Так, выбрать растяжку. У меня камень сейчас выбран, вон снизу. Фугас, камень, растяжка. Так. Одна сторона натягивается. Смотрите, проводочек так. Прикольно, блин. Вторая. Достигните противоположного здания незамеченным. Оставайтесь согнутым, чтобы двигаться тихо. Окей, погнали. Так, меня тут с боков никто не увидит. Найдите укрытие и бросьте камень, чтобы отвлечь врагов от двери.
Ich will nicht daran denken. Так, он тогда бросим. Was war das? Оп. Отлично. Так, если принять лежачее положение, то ваша рука будет тверже, и вы сможете заползать в тесные места, да? Чтобы лечь, удерживайте С. Погнали. Так, укройтесь за предметом перед вами. Переместитесь к краю укрытия и наблюдайте за врагом. Укрытие делает вас меньше заметным, защищает от вражеского огня. Теперь возьмите свой пистолет с глушителем. Пистолет с глушителем у меня есть. Тройку надо нажать. А на двойку нажимаю, ничего нет. На четверку тоже. На тройку только. Так, покиньте укрытие и выстрелите в часового. Мышка вторая. Покинуть укрытие. Так, используйте противопехотную мину, чтобы поставить ловушку на тело. Фига, прям на тело можно, круто. Противопехотную. Фугас у меня остался. Так, бежим к зданию. Фон Айзенберг был пунктуален и даже не подумал спрятать свою мерзкую рожу. Впрочем, как и русский связной. Они были как на ладони. Одно нажатие на курок и прощай, генерал-майор. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент. Площадь была окружена зданиями. Так что о ветре можно было не беспокоиться. Так. Я задержал дыхание, чтобы прицелиться, а затем... А кого убивать? Огонь. Мне предстоит выбрать. Кого, кого, кого? Давай вот его. Вау, нифига себе. Охренеть. Ха-ха. Покиньте зону. Второго. Надо бежать, валить. Блин, круто, охереть. Бац. Вот мой фугас взорвался. У меня, кстати, автомат есть. Оказывается. Случайно на двойку нажал. Обыскать. Хрень, там какой-то подъехал. Блин, бежи быстрее сейчас. Так, лежачее положение, убегаем. Блин, вот этот крутой выстрел, прям реально круто, мне, блин, понравилось. Охеренно. Эх, что там завалило. Так, мне надо теперь туда пробраться. Эх, меня запалили, запалили. Ух.
Меня, я хотел в тишину тихо, блин, пробраться. Меня запалили, короче. Так, вроде никого нет, да? Оба. Там снайпер, что ли? Да. Ага, вижу. Сейчас уберу его. Вон он. Он там был. Сейчас вылезу. Охрененно. Так, вон там еще кто-то был, да? Ага, он сменил позицию, я понял. Все, зачистил. Так, мне войти вот сюда. Покинуть зону. Так, так, так. Нет, нихера там народ еще. Бас, охеренно. Вон еще один вижу. Хедшот, нахер. Круто. Чего, откуда смоляет-то? Ага, вижу. Вон, вон еще. Всех завалил. С фон Айзенбергом было покончено, но я понимал. Теперь немцы и русские знают о моем присутствии. Оставалось еще четверо.